Долгожданную модернизацию пройдет ТЭЦ Кентау в Туркестанской области. Необходимые средства на капитальный ремонт выделены государством. Износ оборудования уже долгое время приносил массу хлопот и тепловикам, и потребителям. Рахан Тажибаева расскажет больше. Эти кадры двухлетней давности. В разгар зимы прорыв теплотрассы оставил без тепла жителей Кентау. А это прошлогодний отопительный сезон. Люди замерзают в своих домах. Люди жалуются на холодные батареи в квартирах. Причина всех бед – изношенное оборудование местной ТЭЦ. Построили ее в середине прошлого века, а капитального ремонта здесь не было почти 30 лет. Как следствие, все 8 котлов требуют обновления. Первые котлы были установлены в 1951 году, последние в 1958-1959 годах. Два котла вышли из строя еще при Советском Союзе. Ремонт не сделан до сих пор. Отопительный сезон длится 151 день. За это время котлы останавливали 71 раз. Причины разные. Трескаются трубы, ломается подвеска. Агрегаты должны проходить капитальный ремонт каждые 5 лет. Сейчас вышедшие из строя оборудование требует замены. Модернизация ТЭЦ начнется в этом году. На эти цели государство потратит почти 14 миллиардов тенге. Работы пройдут в 2 этапа. На первом этапе заменим свыше 6,5 километров магистрального теплопровода на самых аварийных участках города. На втором начнем реконструкцию ТЭЦ. В настоящее время строительные работы уже начаты. Капитальный ремонт пройдут 4 котла теплоцентра. Будет усилена и мощность 4 водозаборных станций. Сейчас определяется подрядчик. Райхан Тажибаева, Жандос Жумабек, Куан Шабу, в Туркестанской области, Хабар 24.